1 июня на базе Дома детского творчества открылась летняя досуговая площадка для юных каспичан «Летние забавы». Провести каникулы интересно и с пользой может бесплатно абсолютно любой ребенок от 5 до 18 лет. Летняя площадка функционирует у нас с 10 до 12, с 10 до 11 один педагог работает, с 11 до 12 второй. Любой ребенок может посетить, вот, и найти занятия по своим интересам. И также они могут уже в новом учебном году, узнав, какое объединение им интересно, записаться через навигатор дополнительного образования и посещать весь год. На площадке представлены мастер-классы на любой вкус. Авторское мастерство, рукоделие, лезгинка, декоративно-прикладное искусство, кулинария, программирование, квесты, рисование и многое другое. Вот эти работы в технике тампонирования выполнены. Я деткам специально подготовила карандаш с поролоном, чтобы они, им интересно и быстро было это сделать. Рассказала, как сделать инструменты дома, чтобы они могли и дома повторять эти же самые техники. Сегодня мы будем тоже рисовать одуванчики, но только в другой технике. Способом отпечатка и способом вилкой. Это будет интересно и забавно, и детки получат удовольствие. Целью досуговой площадки является организация пространства, которое позволит задействовать умения ребенка и раскрыть его способности наиболее оптимальным и естественным для развития образом. Как отмечают родители, дети с удовольствием приходят на летние занятия, а сами воспитанники с интересом и восторгом учатся чему-то новому. Я хожу на кружок танца и на кружок английского. Мне нравится ходить на кружки, потому что я очень люблю. И можно здесь научиться чему-то особенному. Мне нравятся преподаватели, тут очень добрые и хорошие. Мне нравится сюда ходить. Тут мы многому чему научились. Тут преподаватели хорошие. У меня грамоты есть. Тут у меня много друзей появилось. Отметим, что досуговая площадка для детей будет работать все лето. С более подробной информацией вы можете ознакомиться в телеграм-канале Дома детского творчества по ссылке, указанной на экране.